очередной подкаст из серии «Подкасты за рулем». Поговорим о смешанных боевых искусствах. Микс Martial Arts, MMA. Вот, много в последнее время рассуждений по поводу того, что же представляет из себя MMA. Вообще, огромное количество противников от боевых искусств, да, которые говорят, что ММА это вообще не вид боевого искусства и не может им таковым являться, это коммерческий проект, это свод правил, прежде всего придумано как шоу, для того, чтобы люди били друг другу морды, часть людей на этом зарабатывала, а часть людей просто получали хорошее шоу. Все. И на этом они заканчивают свои повествования, говорят, что ММА полностью лишен какой-то духовной и психологической подоплеки, то есть там нету определенной методики, системы, там нету определенных традиций, фундамента и так далее. Есть другая категория, это приверженцы, значит, ММА, те, которые говорят, что ММА это наоборот самое реалистичное боевое искусство, что именно ММА, в ММА и можно доказать, кто чего стоит, выходите в ринг, реальнее только жизнь, там вы поймете, что к чему, и чего стоят ваши стилевые и узкие там школы карате, бокса, борьбы и так далее. Вот где разрешено все, проверьте себя, и вы тогда поймете, а кто чего стоит. Вот. А на самом деле истина всегда лежит где-то посередине, да? Почему нельзя считать ММА видом боевого искусства? Ребят, смотрите, само по себе, в самом названии уже все заложено. Называется смешанные боевые искусства или смешанное боевое искусство, Mixed Martial Art или Mixed Martial Arts. Понимаете, искусство боевое, все, смешанное. То есть разные виды боевых искусств сочетаются в одном. И понимаете, если мы говорим о соревнованиях, то тогда речь идет вот о чем. Что идут соревнования по правилам ММА. То есть, когда, в принципе, любой стилевик или из любого стиля вообще там может выйти человек и по определенному своду правил, то есть не нарушая данные правила, может использовать ту технику, которую знает сам, и ему придется противостоять технике, которая вообще этими правилами разрешена. Поэтому могут столкнуться разные люди. Борец и боксер и так далее, и все, да. Но подобная концепция уже, в принципе, немножко начинает отходить на второй самый план. Потому что понятно, что в рамках, когда разрешено все, узкие стилевые направления становятся нежизнеспособными. И не в рамках правил, а в рамках жизни они становятся нежизнеспособными. Стоит упасть в партер мастеру карате, который не владеет техникой, в партере находиться, так он однозначно проиграет борцу. И если в партер вдруг упадут два мастера карате, а один из них умеет хорошо бороться, то у него там появляется огромное количество плюсов. То есть у него появляется преимущество, и он однозначно победит. Получается, что неплохо уметь это делать. Многие мастера карате заявляют, да не надо в партер попадать. Но этого вы не можете гарантировать никак. В конце концов, улица не татами. Вы можете поскользнуться и просто-напросто упасть. Вас могут толкнуть. Во время поединка с несколькими противниками вы тоже можете вдруг оказаться на земле. Вот. И один противник может как-то сбить с ног вас. Ну, в конце концов, можете запнуться за корень и упасть сами. Понимаете? Вот. Поэтому смешанное – это значит одно искусство боевое дополнено другим. И мы приходим к тому, что очень неплохо, в общем-то, да, когда на какую-то базу одного боевого искусства ложатся другие виды боевых искусств. То есть, когда имеется некий мощный фундамент, который является первоосновой, например, там, английский классический бокс, или традиционное карате, или дзюдо, или еще что-то, и осваиваются техники, которые дополнительно, которых в данном направлении нету. То есть, для того, чтобы усилить боевую систему, усилить школу направлений, обогатить ее технику для того, чтобы получить, если не преимущество, то по крайней мере не словить минусы. Если вдруг придется заниматься тем, а это запросто может произойти, в чем школа не сильна.
Ну и, собственно говоря, время идет, и совершенно становится понятно, что формируется в связи с такой интеграцией и слиянием стилей единая какая-то концепция. Это раньше были клановые ортодоксальные школы в одной деревне, одна школа, в другой деревне другая школа. Они между собой не могли общаться с плотно, поэтому знание буквально одного-двух отличных от другой школы приемов уже и делало школу школой. Теперь, если посмотреть на соревнования, любые, спортивные или не спортивные, там, тотализатор, неважно, что, если выходят в ринг или на татами бойцы разных направлений, то мы зачастую не можем отличить их друг от друга по манере ведения боя, то есть по особенностям техники, особенностям школы. Нет, можно, конечно, выделить, предположим, специалиста по тайскому боксу по определенной стойке, там, да? Хотя в тайском боксе столько всего появилось, от того, чего раньше не было, появились различные, например, дружки, ватуширы, маваши, там, различные, которых в тайском боксе как таковом не было. То есть обогащается он, да, много они взяли из английского классического бокса и так далее. То есть если мы и видим какие-нибудь особенности стиля, то они более внешние, чем содержательные. И мы уже не можем различить мастера Шиторю, Боджирю, Кёкушина, и все. Они все похожи. Они ведут поединок очень сходно, если им приходится вести бой без правил. В рамках определенных правил, да, мы видим различия, потому что в одной системе люди придерживаются определенной концепции, ну вот, и они, у них в рамках одной системы все хорошо получается. Понимаете, они делают одно и то же. И поэтому видны различия. Когда начинается вот такая интеграция, слияние, обмен опытом, причем обмен опытом не просто на семинарах, а обмен опытом в ринге во время боя, то все унифицируется. И эту унификацию нельзя не заметить. А приводит это к тому, что остаются наиболее эффективные техники, которые начинают формировать новые направления. ММА уже не как некий свод правил, по которым проводятся соревнования, а как натуральный вид боевого искусства самостоятельно. Учитывая то, что он очень молод, это служит поводом для того, чтобы многие говорили, что стиля как такового нет. Ну и вот потому нету, потому что он молод, но можно говорить об этом. На самом деле уже, наверное, и об этом говорить нельзя, потому что не настолько молод. Уже есть над организацией и федерацией, а также масса секций, где люди с самого начала начинают заниматься не какой-то фундаментальной техникой одного узкого направления, а сразу начинают осваивать технику, которая пригодится именно в соревнованиях по ММА. То есть там сразу же люди обучаются самых азов, ведению боя унифицированному, с любыми противниками, разными, по любым совершенно правилам. Поэтому там техника разнообразная, там есть все, абсолютно. Вот. Ну, что разрешено, конечно, правилами, но техника очень богатая, и она изучается сразу с самого нуля одновременно. Да, ничего нет удивительного в том, что в различных школах ММА аспект на что-то делается там одно больше. Связано это в том, что тренера, еще не выросла генерация молодых экспертов и тренеров, которые с самого начала могут преподавать ММА в отрыве от какой-то школы, которая является профильной. Потому что серьезные педагоги, серьезные тренера, они все-таки являются выходцами из каких-то узких направлений. Поэтому мы видим, конечно, что ударная техника рук часто берется из школы бокса, локти, колени берутся из тайского бокса, да, что-то берется еще откуда-то, вот, из каких-то направлений борьба берется из бразильского джиу-джитсу и так далее. Ну и это же на самом деле нормально. Даже это происходит вовсе не потому, в полной мере, что тренера вот оттуда, а от того, что смешанное боевое искусство должно при этом перемешивание стилей брать из каждого стиля наиболее лучшее и жизнеспособное. Если техника рук в боксе великолепна, то, собственно говоря, зачем это мудрство от лукаво? Берите технику бокса из бокса,
Берите технику, высокую технику ног из тэквондо. Берите борьбу из грэпплинга и бразильского джиу-джитсу. Да? Берите колени и локти из тайского бокса. Все. Борьба в одежде. Дзюдо и джиу-джитсу. Тактика, стратегии перемещения могут быть из карате, потому что там база фундаментальная именно тактики ведения боя и академическая школа биомеханики. Вот для развития максимальной силы приемов очень хорошо заложена в традиционных стилях карате. Правда, ее нужно дотачивать и дотачивать до того, чтобы она была приемлема для реальной, что называется, жизни, для реальных боев по любым правилам. То есть ее нужно унифицировать. Но сама стратегия, тактика и многие техники очень даже неплохо подходят. Поэтому это надо использовать. Мне вот, например, вообще по жизни карате очень сильно помогает. Очень сильно, потому что я во всем вообще, то есть это моя базовая школа, моя фундаментальная школа, которой я посвятил большую часть своей жизни, вот, и поэтому, конечно, для меня карате это самое такое, вот, основополагающее. Лучше я сюда встану, что-то не могу найти место, где запарковаться. Основополагающее самое. Я во всем вижу карате. Я даже в технике бокса вижу карате. Я вижу больше общего, чем различий в стилях. И они друг другу не противоречат, а наоборот, они друг другу помогают. И поэтому на самом деле пройдет еще какое-то время, совсем даже немного, и ММА сформируется как отдельное совершенно боевое искусство, которое будет самое жизнеспособное и самое рабочее. А если это даже и не так, там вырастет какая-то школа более жизнеспособная или более рабочая, то ММА все равно сформируется в определенный стиль. Появится определенный уклад, методики, они систематизируются, унифицируются. И пройдет какое-то время, и никто не будет говорить об ММА как только о своде правил, а будут говорить как о отдельном боевом искусстве, как сейчас уже говорят о кудо, о боевом самбо, о кюкушине в том числе. Ну, вот это реально. И именно так и будет. Вспомните, совсем недавно, кто мог вообще... Как вообще самбо зародилось, да? Кто мог говорить, что самбо станет отдельным боевым искусством? Это была компиляция, самый натуральный синтез. Ну, еще и доработки свои на работе. Все. И стало боевое искусство одна из самых жизнеспособных боевых систем в мире. Боевое самбо тем более. Вот то же самое будет и с ММА. Ну все. Думаю, что я эту тему, свое мнение на эту тему раскрыл. Был рад с вами пообщаться. С вами был я, Михаил Шилов, автор проекта budushin.ru, budublog.ru, makivara.ru, korrektura.ru, drshilov.com. Подписывайтесь на мои каналы на Ютубе, на мои сайты, на рассылки и в сообществе в социальных сетях. Будем общаться, будет интересно. Всем пока!